Всем добрый день! Сегодня у нас опять очередная распаковка на тему умного освещения, а именно Philips Hue. В данном случае мы рассматривали лампы для дополнительного визуального освещения телевизора с подсветкой Ambilight. Но в данном случае тоже есть вариации на тему, когда у вас используются стандартные лампочки с соколем E27 либо E14. Ну, в данном случае представлены E27. Есть два варианта освещения. Это теплый-холодный свет, как вот продемонстрировано справа, слева у вас. Ну и еще один вариант. Это также теплый-холодный свет, плюс еще и цветное освещение. Это идет уже по центру. Ну, соответственно, та лампочка, которая по центру, она идет дороже. Все это покупалось в наших магазинах. Причем две крайние – это в Мегамаркете, ну, плюс бонусы Сбермаркета. Поэтому и приобрел их. Ну, а центральная часть в красном магазине была куплена, которая владеет еще и зеленым. Тоже там были бонусы, которые надо было потратить. Ну и эти лампочки не работают без Hue Bridge, который находится у вас слева. Иногда продаются комплекты лампочек именно с этим мостом. Как вариант попробовать, можете взять именно сразу же с мостом. Ну а в данном случае у меня все приобреталось отдельно. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Lady Shops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой. Выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Lady Shops. Что из себя представляет упаковка? Давайте одну рассмотрим. То есть такая вот упаковка, работает под ZigBee. Есть варианты лампочек. Как вариант я, может быть, ставлю, но качество их хуже. 806 люмен, 9-ваттная. А вот зарубежного образца, не для Российской Федерации, поставляется. Там, по-моему, до 1000 доходит люмен. Поэтому надо смотреть и брать. Тоже работает с голосовым, работает с программным обеспечением под Android. Ну, здесь теплый, оказывается. Видел я теплый свет. А здесь вот и теплый, и холодный свет, плюс еще и цветное освещение. Вот. Ну и что находится внутри? Внутри у нас находится лампочка. Обычная лампочка, но необычная. То есть там еще инструкция по эксплуатации и гарантийные обязательства. Такая вот лампочка стандартная, но умная, то есть можно при помощи программного обеспечения обеспечить варианты свечения, там низкое-яркое, и также включение-выключение, если у вас роутер вместе с этим устройством функционирует постоянно, без отключения. Вот такой вариант лампочки. И есть вариант цветной, давайте раскроем, тоже посмотрим отличительные особенности. Здесь также есть инструкция по эксплуатации и гарантийные обязательства. Так, вот такая же лампочка. Здесь уже золотым написано, там серый цвет, белый. А здесь уже белый и цветной, золотой. Ну, она и стоит, соответственно, дороже, если приобретать по нормальной цене. Плюс есть комплекты, как с цветными вариантами, там три лампочки и мост. И также с белым цветом, там тоже, по-моему, три лампочки и мост. И есть еще с 14-м соколем, E14. Вот такая вот лампочка. Ну и, возможно, давайте сейчас подключим, посмотрим, как она будет функционировать. И вместе с телевизором Philips, на котором есть трехсторонний Ambilight. Итак, приступаем.
Итак, я вам продемонстрировал лампочки стандартные Philips Hue, которые могут выполнять функции освещения, при помощи программного освещения задавать различные степени освещения, время включения, ну и тому подобное. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.